Всем привет, с вами Фрид, и сегодня мы распаковываем с вами очередную посылку с сайта Алиэкспресс.ком. Записываю уже с петличкой, надеюсь, разница по звуку уже будет заметна. Сегодня я решил использовать секретный такой прием. Сегодня с котярой. Кузя. Смотрите. Сегодня у нас посылка. Я, ребят, приболел. Еще извиняюсь за то, что буду там нос может гудеть. Так, сейчас будем распаковывать с вами. Итак, начинаем. Что за посылка, ребятки? Это у нас пришел чехол с сайта Алиэкспресс.ком. В принципе, как всегда, я оттуда только заказываю. В общем, давайте распаковывать. Итак. Ну, естественно. Ну что ж, давайте смотреть. Чехол, ребятки, от фирмы Milken. Или, ой, не Milken, а Nilken. Господи, Nilken точнее, да. Вот, я посмотрел, что Nilken это не такая уж плохая фирма. И поэтому решил взять от фирмы Nilken. То есть, чем просто, no name, заказал именно Nilken. Все, давайте смотреть, что нам пришло. Такой пакетик. Итак, написано здесь QEN, значит, letter case, в общем-то, for Samsung J7 17, вот, отлично, как раз-таки. Посмотрим, у нас все подошло. Давайте открываем крышечку. Так. Ну, такая нормальная, ребятки, очень добротная, я вам скажу, упаковка. То есть, не просто как там кинули его, да, а вот такой упаковочкой. Сам чехол очень такой он качественный. Да, качественный чехол, действительно очень хороший. Вообще не пахнет, пахнет приятно, то есть нормальный. И, в принципе, по качеству тоже очень такой, достаточно жесткий, то есть не мягкий, что очень тоже хорошо написано здесь, что написано. Discover Innovation какой-то у нас здесь. Вот здесь значок Nilken этого самого. В общем-то, Discover Innovation, Fashion, Simple, Perfect. Так, здесь идет еще такая вот небольшая брошюрка. Тут у нас, видимо, все, что есть от Nilken, наверное, да? Ну вот. И сама коробочка, которая была, она действительно что-то очень тяжелая прям. Ну ладно, хорошо. Давайте мы это, наверное, тогда отставим уже в сторонку. Так, давайте смотреть сам чехол. Таким вот образом выглядит он. Вот у меня телефон. Давайте попробуем его воткнуть в чехол, посмотрим, как он будет вместе с ним выглядеть. Я сейчас на него просто пишу звук с петлички. Ну-ка, как это будет выглядеть? А выглядит все очень классно, ребятки. То есть, наконец-таки, хоть чехол пришел, все четенько. Здесь все вот под колоночку вырез, под кнопочки. Все очень хорошо. То есть, отлично. Здесь даже еще под кредитные карточки, типа. То есть, качественно абсолютно выглядит чехол. То есть, вообще, то есть, отличный чехольчик. Потому что уже хоть... А то я так, ребятки, ношу его, знаете, мало ли еще упадет. Ну, все бывает. Вот, поэтому решил уже чехол брать. Здесь они немножечко дороже стоят, чем в Китае. Вот здесь такое, знаете, идет некий, как бы, типа, кожзама вот этого, да, и переходит он в такой, как бы, софт-тач. То есть это пластмасса именно софт-тач, то есть это не резина, а именно пластик софт-тач, такой очень приятный на ощупь. И внутри некое, похоже, немножечко на алькантару, если честно, то есть такое что-то. Вот, ну, то есть чехол жесткий, что очень тоже хорошо. Есть такой здесь разрезик под динамик, то также можно будет болтать. То есть все хорошо. Работает, все записывает. Такое, ребят, коротенькое видео. Вот единственное минус, что, пожалуй, сюда не встроили магнитик, потому что экранчик здесь поддерживает магнитики. Можно было бы, типа, открываешь, и все включается. Но это уже, как говорится, придирки. Чехол отличного качества. Ссылка будет, ребятки, в описании. Заказывайте. Ну, всех поздравляю, ребят, с Новым годом. Желаю вам в Новом году здоровья, счастья, любви, процветания. И, конечно же, деньжат тоже, ребята, не помешает. В общем, я вам желаю, значит, здоровья, а сам при этом уже тоже заболел, причем уже не первый раз. В общем, болею вообще просто каждый месяц. Ну, сейчас какая-то хрень еще ходит. Фраер.